Сегодня у нас дождь. А машину надо делать как-то. Потому что завтра ехать надо. Всю неделю такая жара была. В пятницу дождь пошел. Сейчас будем устанавливать радиатор. Надо еще будет найти болт, гайку, которую вчера я выкручивал. Часа два. В итоге сломался болт с гайкой. Вот такую вот гайку и вот такой вот болт. Немножко подкапывает, видишь? Ну ничего страшного, дождь. Так, что у нас тут? Этот бы еще, конечно, бы радиатор немножко почистить бы. Он такой тоже грязноватый. Какой-нибудь щеткой, что ли, пройтись его чуть-чуть. Тут радиаторов целая куча. Куча вентиляторов. Раз, два, три вентилятора. И три радиатора. Те из которых сейчас будем ставить на место. Посмотрим, потечет, не потечет у нас. Так, давай искать, да? Вот такие, наверное, смотри, вот. Я тебе оставлю образец. Я пока пойду ставить. В дождь. Он еще маленький, сейчас стал хорошо. Какие? Узенькие. Наверное, нет. Да, но они вон широкие какие-то. Смотри, ну, нет, такие не пойдут. Все равно надо от них толку не будет. Она все равно лучше будет прижимать, чем. Помягче, пойдем поищем. Помягче от таких. Да они у тебя какие-то легкие, не знаю, детские шайбочки. Мягкие. Не только кашу надо, блядь. Надо, блядь, это самое. И еще жопой крутить, блядь, на крышу. И ковер там покрыт. А он этот тоже мощный, туда можно тоже. Вот у тебя там в наборе есть специальный переходник для шуруповерта, понял? Угу. Его вставляешь и можно это, как бы, головки крутить. Вчера у них попадался. Вот он толкнул мой вот. Это сюда уже, наверное, не залезет. Шайба. А нет, залезает как-то. Еле-еле. Придется опять болтом закручивать, стараться. Все впритык, ты видишь? Не подходит немножко. А? Не подходит немножко. Чё? Отверстие это. Отверстие? Не пойму, как он тут. Так, вот это. Сразу вот так вот. Ну, по идее, вот, наверное, блядь, сюда. Вот этот, блядь. Шуруповёр закручивается. Так. Короче, да? Шайбу поставил, да? Да. Вот как-то вот так вот. Ну да. До упора прям что-то. Ага. Ну вот так вот все стоит.
Ну все, так все. Вот это надо поставить. К нему тоже, да, конечно? Да. Знаешь, что-то какая проблема сейчас будет? Больше выдумаю. Она что-то вон ползает. Ее можно поднять как угодно. Да хуя. Вот. Опять тут, видишь, с шайбами. Ну, меньше шайбы надо. Проблема. Как тут? Тут как-то по-другому надо было сделан. Но там он больше, я вижу. Ставь меньше шайбы. Давай. Пойдем искать. Вот сколько вот тут расстояние до низа, вот практически нету ничего. Шайбу на болт не нацепишь. Это сколько вот тут вот видно, да? Сколько там расстояния? Знаете, вот такую гайку нашел. Да зачем она? Взять, вот, конечно, шайба. Можно. Маленькая какая-то. Нет, маленькая. Маленькая. Уроди такие стороны. Вот шайба. Вот это что-то похоже. Вот такая. Ну все. Гайку не надо? Да пока не, наверное. Мне особо того-то не надо гайки сильно крутить, а шуруповерт все-таки он будет шурупы хорошо крутить. И бурить лед он тоже будет. Вот как бы. И какой-то длинный болт получается. Могу покороче дать. Да в принципе какая разница. Тягивай нахуй. Ну вот. Лучше надо. Тот бок надо лучше поднимать. Тот? Гайка одна лишняя. Гайка там еще вон еще одна. Ну я такой, одна гайка лишняя, болта нету, искать болт опять. По-моему, там уже не лежат. Да что, длинные, не надо короткие болты. На. Короче, вот такая штука, короче, две ковет, все-таки не машин больше. А если крышу крыть, то лучше, конечно, шурупойдет. И косу заводить, я должен быть, ковёт он с ударом, может, он без удара вообще не работает, хуй знает. А шуруповёт он все-таки и с ударом, и без удара. Вот так нормально, да, затягивается? Как бы, да, он, видишь, сейчас... О, вверх? Да. Где, вверх? Вверх, подними, значит. Повыше чуть. Тогда будешь сейчас это там держать. Так? Буду затягивать. Ну, что-то, блядь, мы как-то... У тебя, смотри, он как криво. Надо равномерно. Что-то как-то да, то не так. Ну, надо, потому что одну вот бок подняли, за счет одной не трет. Надо одинаково поднять, вот так и тот чуть поднять, а тот вообще у тебя пущен. Во. О, там, наверное, выскочил снизу. А-а-а. Да не. Не вытащил, не выскочил? Ну, вот сейчас вот. Вот сейчас равномерно нормально. Примерно поднявший, видишь? Не трет? Нормально. Ну, вот затягивай там, а потом здесь затягивай. Держи. Ключ на 10, наверное, где-то. Да, трещотка у тебя была же. Да, трещотка тоже. Длинные, просто короткие. Мне кажется, что в парлетах есть гибкий вал. Понял? Угу. Чтобы так вот можно сбоку затягивать валом, понял? Угу. Гайки, хуяйки. Так. Ну вот так вот. Натрёт? Натрёт. А вроде нет. И где? Сильнее, ну, не будет. Стало шланги. А? Стало шланги. Сильно затянуться?
Нормально. Заливаю. Вот. Мухи у меня были. А? Мухи здесь были, вон они. Две мухи. Понимаешь? Мухи? Да. А что, они не закрыты балкончиком? Наверное. Так, теперь вчерашний. Надо, наверное, сюда перенести, да? А? Надо, наверное, сюда перенести сначала. Большая канистра. Да? Когда ты поедешь, там как прошло? Поеду. И я думаю, что она поедет. Если она поедет. А? Если поедет машина. Ну, если машина поедет. Ну там ты собираешься, да? Ну да. Надо просто съездить. Там и чугун баки будет, музыка будет, Москвой там. За свою дождь опять передают, как позже. Опять дождь передается, как в прошлом году. Да, да, это понятно. Ну, может, и будет, но он каждый день его передают, а он уже не было. Сегодня, правда, они не опаздывали, вчера с 7 вечера его не передавали дождь. Ну, вот он сейчас прошел, и не дождь особо такой. Зонтики берите. В этом году а где русской деревне, там хуйня, я посмотрел, там не худело. Ага. А вот Чугунпати, вроде ничего, по крайней мере, фотографии посмотреть, там и дети на мотоциклах катаются, на маленьких. Тем более Леша посмотрит, что маленькие такие, как он, катаются уже. Может, захочет тоже на своем мопеде кататься. Ага. Ретро-автомобилей выставка будет. Не и капает такие... там ничего? Посмотришь? Угу. Вот. Чистый почти. Пробки ты не протянул там? Да зачем они затянуты должны быть? А я траву косить не буду нахуй. Потому что пойду я в отпуск и скажу, что я тут два выходных буду ебаться травой. Вот пойду там 9 дней, дохуя будет 3 недели, и за 3 недели я ее нахуй скажу. Пускай она еще 2 недели, неделю растет. Она больше уже не вырастет. Не шатай. Чем выросла она. Так что 2 дня сейчас я болею нахуй. Как говорит, не нахуй так. Нету мочи нахуй. Отдохну. За грибками, а в отпуск пойду сразу. Может, пятницу не буду тут работать, там у меня отгул есть. Нет. Как говорится. Ну, смотри, как отпустит. Нет, тут нет, нет. Я вообще, в принципе, могу и взять его и не в пятницу. А в вторник там. Завтра во сколько поедем? Да? Завтра во сколько поедем? Чё? Завтра во сколько поедем? Ну, там вообще 12 открытия. В 10 там тренировки у них какие-то будут. А-а-а. Я смотрел, 12 открытия. Ну, к открытию надо, наверное, ехать, да? В 10 ты не поедешь на тренировки, нахуй надо. Правильно? Надо, когда они скажут, вот, что открываем, там все. Она не идет все, она снизу должен быть горячий. Нижний. Нижний холодный тоже. Сейчас откроется у вас второй контур, потому что тут уже он что-то там, блять, вообще при 90 градусах вроде открывается, когда уже перегревается. Сколько тут? Ну, 65, наверное, где-то. Сейчас 65 градусов? Да. Вот нижний нагрелся. Нижний нагрелся. А верхний уже не поверхность. Потихоньку убывает, видишь? Что, замена радиатора прошла успешно. Все работает, все прокачалось на максимуме. Это последний посол, что у меня был. Феликс полностью врез. До максимума расплатило. Вроде ничего пока не капает. Посмотрим, что изменится за ночь. Завтра утром
уже починил ее. Папа, я отремонтировал. Папа, хочу вставать, папа. Сейчас встанешь. Мои убавили ягодицы. На вторые, что так? Двое штанов, что ли? Шорты. А, шорт? Он сам одевал. Я на улице поправляю, у него там шорты. Папа, капот такой, только двигатель согреть, папа. Давай, сейчас откроем. Выносим зиму, сейчас две. Открыл, папа? Открыл. Дускайся, что там мокло, папа. Носу, папа. Тут машина где-то вот и вот, папа. Сейчас пизданёс отсюда. Давай. Товаров много. Вон, видишь, Лёха, я поставил новый радиатор. Вот он стоит тут теперь. Вот он, видишь? Вон там он, за этой пластмасской. Да. Не утекает? Пока стоит. За ночь посмотрим, что будет. Да? Ну ладно. Так, дайте. А ты с той стороны чистил, да? Да. Может, он только под давлением течет, хотя я там давление не создавал, я с открытым ездил. Ну, сверху течет, да, сверху тоже, да? Вот так, пойдешь? Ну, капает где-то. Капает где-то, капает. Все, вроде как до конца налит. Ну, видит, капает. Вот тут что-то да. Где-то что-то вот тут, смотри. Ну, да, да, да. Откуда капает-то? Мне кажется, сотов. Наверное, где-то вот тут соединение. Наверное, когда был лед, разорвало, наверное, тут немного соединения эти. А что у тебя, лед был? Конечно, у меня был лед. Ну их можно пробить молотком. Ну чем-нибудь наставить. Может они плотнее будут. Вроде не капает. Не капает? Он собирается там. Собирается капля. Но он сверху у меня итек. Не снизу. Ну вот если соединение, то его можно воздухом проверить. Воздухом? Ну как-то заткнуть воздух. Компрессором? Туда, ну да. И в воду опустить, откуда он будет булькать нахуй. И там подбить. Воздух давление создаст. Там подбить, а потом проверить, если не будет, значит нормальный. Так, идем в Dixie списывать. С пластиковой карты вот нам дали. У нас уже там 350 баллов. Которые не списываются ни грамм с телефона. Приложение. Вот нам дали карту. Они сгорают в этом месяце. Посмотрим, что будет с картой. Твои варианты. Не знаю. Мне кажется, ничего не спишется. Работает красно-белый? А? Работает красно-белый, нет? Я не знаю. Что, карту эту можно выкидывать, значит, раз от нее толку нет? Так? Может, нам они ответят? Ну, как-то отвечали, что-то. Я шучу? В общем, ничего не списывается. Ноль баллов списано. Зачем они там нужны, если они не списываются? Ни с приложения, ни с карты.
Они там бывают списываются, вообще там рублей 10 максимум. А так, чтоб много и каждый раз списывалось, такого нету. Что там звонили-то? Баба. А, пошли. Пойдем. Так, утро начинается с распаковки пакетов. И очистки стола. А? Это я ел с утра. Очень полезную еду. Жарко на улице, душно. Угу. Вот так, это цветы с дачи есть. Как называется, гвоздик или что это? Окса. Окса? Надо его брать пока. Это виноград лето. Это Лехе поесть. Абрикосы по 140. Колбаса 130, по-моему, в Дикси. Кстати, в Дикси списал 19 баллов. Потом заехал еще в Дикси, списал 0 баллов. Я так понял, там только раз в день можно списывать, здесь очень-очень мало. Не знаю, раньше нормально списывалось. Вот эти вот 9 рублей стоят, как там взял. Арбуз по 55 за килограмм. Лёха, иди смотри. Там сейчас, кстати, про арбуз смотрю что-то. Про арбуз? 54 вот такой протеиновый йогурт. На работу бананы всякие, языки 370 за килограмм, 8 штук взял. Мясо окорок 230, по-моему, за килограмм. И вот эти в такую же цену. Карбонат, по-моему, да? Корейка. Корейка? Не знаю, это тебе. 44. Это тоже тебе. А? Какая-то новинка. 44 рубля. Острый цыпленок. Губки заказывала? Угу. Ты что, вроде брал? А? Вроде брал такие. Брал? Толстые. Бабушка, он учуял, мясо уже хочет попробовать. Кусочек. Пиво по 57, такое дешевое, решил взять. Вот это нам все надо будет с тобой разделить. Я там взял пекерсы и вот эту штуку пополам. И вместе есть, да? Это Лёхе штуки. Сейчас, Лёш. Таблетки для посудомойки 330. Лёхе по 80 такое, печенье, молоко, сок ты заказывала по 89, это по 74. Всё. Всё? Вроде. Что-то как-то мало в этот раз. Либо я разложил как-то по-другому. Все? Все? Да. А, ну вот. Все я купил-то? Не знаю. Надо Лехе показать арбуз. Пойдем покажем.
Что это? Не знаю, что это такое. Спрятался. Что ты его снимаешь? А? Что ты его снимаешь, потому что? Не, не знаю этого. Будешь арбуз? Или выкидываем? Я буду отрезать. Отрезать? Да. Ну ладно. Главное, чтобы он был вкусный еще. Шлюх уже ест? Вот я ему режу. Нормально, бывает слаще. Это мы покупали не в сетевых магазинах, а привозят откуда-то там. Откуда? Откуда я знаю. Откуда-то с России, в общем. Сочи, Адлер, или что? Нет? Ну, я не знаю. Я забыл. Там ВКонтакте есть информация. Надо уже скоро выдвигаться будет, еще не получаться. Нагрей пока ведь. Сейчас. Штуки. Все падает. Что ты? Я же сказал, немного арбуз. Арбуз? Да. Так, а мы сейчас перекусим вот такими штуками. На Ральфе, да. Помнишь, в прошлом году ездили в дождь? Сегодня, наверное, такая же будет проблема. Не знаю. Сейчас покушаем, Лёх, и поедем смотреть. Знаешь, что поедем смотреть? Мотоциклы. Как катаются. Понял? Да. Рука у него там. Как ему надо? Таски в руку. Да, надо вот так? Да. Он вообще-то пристегивается или так, для вида? Пристегивается? Само кресло. Да. Я был тут тоже пристегивал, да? Ну, какой-то не задавать для вида. Что происходит? А? Что здесь происходит? Не знаю. Как ты не знаешь? Такое сиденье. Может, было нормальное. Он ложил на него радиатор. Не мокрый, а новый он. Сазона. Я пробил место, где лисички. Мы не туда ездили, надо было... Мама тоже говорила, надо до самих погорелок, до остановки доехать. Я сейчас прям координаты ввел точные с фотографией. Она сказала, надо было до самой остановки ехать, а потом через мимо барака какого-то. Да, да, там подальше чуть. Но мы были близко. Холодно, не растаял еще даже. Нормально, вкусно. Кофе, да? Угу.
поле было другое. Наподобие. Ну, это шоколадная крошка. Очень сложно выехать. Бордюры. Вот куда? Прямо? Вроде да. Съесть никак мороз. Я ничего не взяла с собой, забыла. А? Ой, орево. Знаешь, течет. М? Течет. Ты съел уже? Да. Я съел. Не хочешь? Давай. Ну я и говорю, что он уже все. Пизда. Уже еле-еле чувствую уже.
Вот осталось. Мы в тот раз, кстати, здесь стояли. Надо будет твоей воды сейчас взять. Вот. Лёхе умыть лицо чуть-чуть. Ну, я ее взял уже с собой. Пойдем. Мы в тот раз тоже в этом месте стояли, помнишь? Угу. Хорошо, что я тогда танковую взял, думаю, на ворот. Тяжело таскать, а наш тут сейчас еще мыть. Да там немного уйдет-то пару миллилитров. Вернись. Руки надо, ему надо мыть. Да, руки тоже. Он все это в этой шоколаде. Давай вторую. Сейчас пойдем. Пить-то будешь? Нет. Хотел попить. Ну как хочешь. Будешь пробовать? Пока я не выпил опять. Давай. А Леха будет пробовать? Нет. Ничего. Ну, такой. Мне понравилось. Когда холодный прям. Закрыли все двери, окна. Да. Этот закрыл пока. Ага. Иди сюда, Леш, на дорогу. Вон там уже полиция, Лёх, стоит, смотри, видишь? Ой, господи. Я туда не пускаю. Ну не ставишь, вот тут есть. Господи. Тут место вот есть. Ну да, ну тут, ну там можно. Можно. Тут уже, кстати, по-моему, специально подскочили, траву уже разровняли. Заберет. Ну вон, слышь, что? Слышишь, их легко как катается? Да, там тоже полиция. Там Лёх пожар, да, стоит машина тоже. Помнишь этот? А? На концерте стоял тоже. Что? Вот этот. А, этот, да, что-то знакомое лицо. Вот сколько там пыли-то. Ну, а ты что думал? Жалко, что дождя нет. Тебе не угодить. Да, я вижу, вижу, Лёш. Да, да, да. Скорая помощь там, да. Да. Да, да. Бля, с такой пылью будем кашлять. После завтра опять заболеет Лёха. Да, 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 да. Сколько пыли, Лёш, тут вообще. Гоняю, да, так быстро.
там другое место пойдет. Ну, подальше от дороги, жарко, пыльно. Да. Ага. Было бы хотя бы пасмурно, нормально. А так, дождя не было, пыль летит. Жарко. Понятно все. Сейчас. Какая жара на улице, невозможно. Жарко, Лёх, да? Очень знакомо. Тут еще про молоко, целая книжка. Какой-то биолог сидел, постоянно оставляет тут книги. Придет. Так, мы собираемся ехать за грибами. В этот раз я геолокацию прям точно-точно ввел. Там ВКонтакте фотография была, где грибы. Ну что, вы выходите. А ты, машина где? Сейчас к вам подъеду. Ага. Ну, сейчас я выхожу. Олег не поедет? Нет. Да. Пока. Там ВКонтакте выкладывали фотографию, где люди собирают грибы прям много-много. Там геолокация есть. А? Да, в прошлый раз я просто так тыкнул на карте примерно. Не попали туда. Где за километр надо было еще оттуда. Сейчас прям точно-точно посмотрим, что там с грибами. Маму ждем. Болтаться стало, надо что-то тут подкрутить.
Или вот так вот пока сделать. Чё? Они синие там. Угу. Это синий паук. Через 550 метров поверните направо. Навигатору здесь. Да. Ну вот тут еще нас построил он. Что-то. Остановкой, да? Ну вот какая-то остановка. Вот она. Видишь? Давай, дальше давай проедем. Ворот будет? Вот там что-то показывается мне. Я не вижу, дорога шла в лес. Через 450 метров поверните направо. Вот еще остановка. Вот была дорога чисто. Вот еще остановка. Ельченко уже. Вот там сейчас вот тут будет какой-то поворот якобы. Поверните направо. Вот. Дорога накатана. Очень. Наверное, здесь. Тенек тут. Наверное, сюда, да? Ну, это путь к координатам. Я ввел координаты с фотографии. И мы вот едем. Сказали, какой-то будет, как он мне говорил, что не туда. Не туда. Даже барак какой-то был. Тут, в принципе, вот оно. Возле барака они можно все вылезли. С ним другая машина и пошли еще. Где тут барак, бабушка сидит, я вижу. Трактора ездят. Мы еще даже не доехали. А? Трактора ездят. Трактора ездят. Трактора. Хорошо, девочки.
сейчас проедет. Даже без дождя. Что она? Возможно, сцепляется. Посередине мостом. На мосту. А вот не знаю. Вот так как-то, значит. Подожди. Вот там получше будет дальше. Воняет чем-то. Чем? От машины, что ли, так воняет? Вот, надо подкопать тут. Грязь такая. И будет нормально. Да. Мостом сел. Там дальше-то вроде нормально, вот только вот тут вот место, видишь, плохое. Ты жопой сел. И жопой тоже, да. Пойду да. В туалет куда-нибудь. Ладно, будем копать сейчас. Яма. Вот эти колеса трактора куда ехал, ты не знаешь? Не знаю. Морок отгоняй. Ты пока тут, сейчас я в туалет схожу дальше. А? Да. Да, Лёх. Так, Лёх, тут комаров, иди, мама, чтобы тебя отгоняла комаров от тебя. А. Там не
Там направо. А? Направо трактор все сгреб, все деревья. Где? Туда. Сгреб? Вон туда. Фух. Сзади не знаю, как там копать. 10 копал? А? 10 копал? Нет еще. А здесь, ну как дальше-то ехать? А? Здесь тоже зацепишь дальше-то. Надо и здесь, наверное, как-то копать. И здесь надо, да. По бокам хотя бы разделить. А? А сзади там что? Ой, она бы немножко хоть бы стронулась бы машина. Поехал бы дальше спокойно. Пойду дальше пройду. А? Что там. Пойду дальше пройду еще там по дороге. За поворотом, что там. Хорошо, что лопата есть. Кофту? Конечно. Я не знаю, надо у нас спрашивать. Какая-то дальше. Трактора там нет? Я до нее не дошла, я дома увидела и обратно пошла. Там деревня дальше. Надо сзади подкапывать. Я не могу, мне так приспичило в туалет, пока я ходила. Не, сейчас выйдем. Там надо сзади подкопать просто. Ходил в туалет, приспичил. Смотрите. Ну, на память останется классно, да? Серега не унывает что-то сегодня. Главное здесь моста... не заночевать. А? Главное не заночевать. Не, сейчас выйдем, тут до моста докопался уже. Сейчас главное стронуться. А? Назад выезжать тоже же это. Вот сейчас буду назад немножко, потом вперед резко. Надо вот туда, на бок, как-то, чтобы колесо на этой штуке было, чем где-то сейчас застрял. А второй там выше. А? А второй сбоку выше. Чё? Ну, а второй выше, говорю. Одним колесом, чтобы по этой ехать надо как-то. Обратно другой дорогой ехать. А? Обратно другой дорогой ехать. Да. Там есть какая-то, уходит направо, прямо деревня. Там, в принципе, нормально. Только вот здесь деревья навалены. А?
Здесь деревья навалены, проедешь, там, не знаю. Они, в принципе, не это. Стенки. Фу, блин, зажирает вообще. Так, немножко попробовать сейчас. Назад Надо ветки под колеса положить. Ветки под колеса, они прокручиваются. Прокручиваются? Ветки надо подложить. Вон валяется, там он дофига. Сейчас. На переднем сидит вот прям посередине. Там никак не подкопать даже. Вот, попробуй. Эти ветки. Я подкопал вот тут. Задний. Попробуй ветки подложи. Ветки подложи, может, получится. А вот передний никак. Весь только как-то, не знаю, вот тут. Вот тут она еще вот проблемная. Давай подложить попробуем. А? Подложить попробуем. Че? Подложить ветки. Может? Она вот тут села вот. Тут никак даже не подлезть сейчас. Ой. Сюда, чтобы подкопать. Тут она сидит. А? А? Зажрали, говорю. Нам говорят, не особо хочется доставать, чтобы откапывать это все. Есть тут сеть-то? А? Сеть-то есть тут позвонить, куда они ушли? Ай. Блин. Выключу. Зажрали. Комар, блям, в голову залетел. О. Наверное, в деревню пошли, мне кажется. Не факт, что там есть трактор. То и было дофига их. В каждом доме почти. Сожрать вообще. Надо до темноты отсюда вылезти. Надо как-то сделать. А? Надо сделать.
Все пока. А? Вот мост, я вижу. Надо его подкопать чуть. Али, аккуратно. Да. Здесь надо потом вот здесь разровнять. Там-то дальше много такой еще дороги. Здесь чуть-чуть осталось. Вперед. А? А? Че? Вперед надо потом. Ага. Здесь разровнять тоже. Назад-то много еще такой дороги. Здесь кусочек остался. Ты еще вот тоже не давала. Вот это вот надо как-то опасно. С другой стороны попробуй. Подойди. Он даже сейчас-то не сидит на этой земле. Хотя он сколько поднял. Лёша на тракторе приедет. А? Лёша сейчас на тракторе приедет. Да? Ай.
Мост я вроде откопал тут. Хорошо. Вот тут вот только проблема. Другой стороны попробуй. А? Другой стороны. Попробуем, да? Как он закрывается-то, забыл? Без понятия. Что там? Нормально. Не знаю, что там еще надо. Если не поедет, то буду сзади также поднимать, откапывать. И все, скорость. Буксует что хоть? Ну сначала ты куда ехал? Назад? А? Сначала ты назад ехал? Вперед сначала ехал. Передние вообще не реагировали. Не реагировали? Потом, я не знаю, куда ты начал. Оба закрутились, а потом только левая буксовала. Ну вот то. С моей стороны левая она. Так, ну тут все нормально. Значит, сзади там езжает. Сейчас будем зад поднимать. Хреново. Надо по-другому.
какие-то голоса. А? Голоса какие-то. Где-то там сзади голоса. А? Голоса там где-то. Ага. Тоже полностью. Кто-то слышишь? Мужской голос. А? Мужской голос. Мужской, давай подождем, что там. Это мужской голос. Сейчас дай мне чушки придохнуть тоже. Еще крапивилось. А? Крапивилось еще. Фу. Где-то нашла ты его. Вот так вот, блядь, туда пришла, оттуда нас подвезли на машине туда. А. Оттуда нас вахтали сюда. Я тут уже раскопал, можно нам еще попробовать. Дай, Настя, попробую я. Там есть разлива, вот. Там хорошая дорога. Да. Уезжают никаких грибов, нахуй. Вот попробуй. Что грибы? Никаких грибов, нахуй. Закрывай. У меня тоже на карточке. Так, так, так. Надо у него телефон брать? Да, да. Я пошла готовить до ног. Ой. Я вообще даже не знаю, как его отмыть. Он аж падает. Сожрали вообще все. Он хочет попробовать. А, да. Видел. Да. Видишь, какой грязный зато. Не зря копал. Ну, только зря платить тебе тракторист. А сколько платить ты ему? Я не знаю. Вот что? Блин, я не могу просто. Что, Лёх? Выносим уже. Выкаем, на тракторе даже покатался, да? Ой, не могу. Полиция. А? Полиция у него там. Полиция? Ага. Помнишь, на этом. У него там полиция, футболка армии России. Ой, не могу. Вот его пост как бы босовая. И поклюет его в ногу, вот. Па, когда ты его выкал? Да. Еще. Вот он тут сидел, мост. Я им прочертил тут. Слушайте, они кусают меня, сожрали просто с ног до головы. Ба. Ну что там? Баба. Мы к нему дома сейчас подъедем, карточку будем деньги переводить. Я не могу так. Маша, отходи отсюда. Пошли. Ну, мы с Лешей покрутили. Я тут копал, пока выходили. Ну, медленно едет, практик. Да. Вот здесь сейчас будет дорога. Надо выезжать там, а там есть дороги, и выйдем на ту другую. Вот и за грибками съездили, как ты хотела. Давай писать. Все. Подожди, Ба, ты не уезжай. Никуда мы не поедем без тебя, Лёха. Посмотри, я весь мокрый какой. Давай. А? Весь мокрый я. Конечно, насквозь. Насквозь. Ходившую. Бороба, державшую на руках. Хоть домкрат пригодился. Сразу везде. Что бы мы без него делали? Масло бы оторвал бы мне.
Что-нибудь там сломалось бы. Приведем? У вас есть это? Переведите, я пошел. Такой еще не видел. А сколько родителей надо им? Давай 500 рублей переведем. Давай 500. Все, пошли садиться, Леша. Человек, блядь. Сожрали. Конечно. Приехал, блядь. Конечно. Пойдем. Приехал. Леша, ты первый. Леша, повторяй так. Ну ладно. Вылезай. Да. Ай. А папа не сел? Как мы с тобой, Леша? Путешествовали, да, сегодня? Дайте нам посмотреть. Да, ты вообще вот молодец, трактор нашел. Умница, на скорее. Да, там где-то тоже аккуратно. Вот здесь будет где-то дорога. Нам дальше там. Или дальше. Только смотри, потому что это яма не заезжает. Там за трактором не пойдем. А как тут в них не заехать-то? Прямо ей там еще дорога. Здесь лесовоз ходит, блядь. Ну, направо скоро будет. Вам надо, блядь, было по той дороге приехать, по которой мы сейчас ехали. Ага. Рад тебе запотело. Конечно, я вон, у меня сейчас температура. Потел литр. Попить даже. Нам надо успеть до лесовоза свернуть. Он не поедет груженый, как мне там все не сказали. Чтоб это самое. И тут я бы не сказал, что ездили тут. По этой вот дороге, где мы сейчас едем. Что-то у нас сейчас идут, нет, одни лисички, говорит, идут. Так, а мы за ними поехали. Что-то так лежит. А? Тут я бы не сказал, что очень оживленная дорога-то, где мы едем. С ними я ехала тоже была. Они, а что у них за машина? Их не дорога, вот здесь по чуть-чуть по левее была. Тоже так же ехали потихоньку. А что у них за машина? Нива? Не Нива. Да. А двухдверная какая-то, блядь. АК, наверное. Что-то мы залезали взад через переднее сиденье. Маленькая какая-то. Да. Или Нива. Нива бывает? Да. Значит, Нива. Потому что мы разговор вели, он говорит, Нива, да, Нива, значит. Мы все залезали через переднюю дверь. А где планшет-то, Лёхин? Не потерял он его? Откуда он его не таскает? Не, его телефон подъехал.
тебе звоним, кстати, Эрик. Почему? О, а кто может звонить? Ты? А. Вот тут, наверное, соединяется, может, дороги. Да, вот. Вот, все, выехали. Дальше куда? Ну, едь прямо по этой дороге, выйдешь прямо на трассу, блядь. А к ним? И к ним завернем направо, когда на трассу выйдешь. Покажу, как выйдут. За грибами-то не поедем? А? За грибами-то не поедем? Тут дорога, я уже знаю, где хорошая. По 10? Комаров много на хуже. Их и раньше было много. С самого начала. Сейчас забудемся. Ну, как хочешь. Вот здесь вот березки, давай пройдемся. Вот. Можно походить здесь, как бы остановил вот здесь. А оплатить когда? Ну, сейчас быстренько пройдемся, если есть, если нету, то и дальше пойдем. Давай. Сейчас со станом подойдешь задом. Я посмотрю, где елочка. Если нету, сейчас быстренько пробежимся. Леш, сиди вот здесь, вот комары запускаются. Да, сиди здесь, Леш. Здесь мы сейчас на трассу выйдем. Ну, не то, что на трассу, там можно вдоль домов ехать. А потом выехать. Дорога будет большая, как на тракторе ехать. В каждом доме по трактору. Ну, что, я знаю, по городу там ходили. Вон один, вон второй, вон там стоят. Здесь не было трактора. У нас женщина повела в другой дом. Вот. Там вот сразу два мужчина, стоят. А это сын его, наверное, Арсений. Дети классные. Он говорит, вас вытащит. И мы с Арсением поехали. Вот уже три трактора стоит. Ну, они, это видно, ходили. Четыре. Дорога идет. Вот здесь по дороге так вот заворачивай сюда вот, вдоль домов. Вот здесь вот. А вон трассу, видишь? А там сзади деревни мы выйдем на трассу. Там хороший заезд. Вот здесь ездит вдоль домов. Вот, вот здесь. Вот здесь. Сейчас я скажу, как дальше. О, стой, стой, стой. Во-во-во. Вот это. Пойдете вдвоем или что? Вдвоем пойдем. Сейчас Лёха буду. А, сейчас придут. Ну, я не знаю, ловит у меня сеть. Сейчас посмотрю. Сиди пока здесь, ладно? Ну, плохой интернет. А? Ловит тут? Плохой. Сейчас попробуем. Давайте мы в городе или где вы там переведете, я номер телефона дам. Ну сейчас давайте, мы в город как заедем, появится. Давай номер. Подождите, может получится. Давай сейчас так запишу. Да, получится. А у меня давай сейчас на WhatsApp запишу твой номер. На сына запишу номер. Говори. 8-930. Ну все, поехали мы в городе. Спасибо еще раз. Спасибо. Давай. Папа, а? Да, молодец, Лёх. Из трактора на тракторе. Ага. Я 4 насчитала. Может, там еще где есть? Шорты высохли? Ну хорошо, что я их не взял сегодня все-таки. А то они бы опять пошли в стирку. Так. Завтра будет третья попытка доехать. Вот какая футболка. Если ее это самое выжать, то там, наверное, будет ретро-2, мне кажется. Может, ее повесить туда, да?
На пол, на балкон положи, я просто и все. Упало что-то, значит. В общем, мы все ближе и ближе к тому месту, куда я хочу. Когда мы ездили-то? Вчера? Или в те выходные мы ездили, не доехали. Точнее, мы доехали, но не туда приехали. Сегодня вот застряли. Завтра доедем.